Да, вот смотрите, как символично. Сегодня же вот этот Хамид будет как раз делать доклад на европейском семинаре. Да. По этой статье будет он докладывать. В том числе, как бы там, может, немного расскажет и про эту статью, но там вообще о близких темах будет рассказывать. Ну, давай, Бахтер, начинай. Тема доклада называется «Различимость алгебра Пастона». Вот извините, почему там это появляется? Окно какое-нибудь появляется, да. А Пашка кончается? С красным записом. Ну, все нормально. Пусть P алгебра Постера над полем F. Сколько Постера нормализованы слева? Обозначим через SF подпространство, порождение под множеством SVP. Мы используем символ А Z. вот смотри, тут важный момент. Вот порожденный как? Порожденный через два умножения или через одно только? Ну, алгебра Пуассона у нас с двумя умножениями. Две умножения. Точно, да? Через два умножения порождена. Не, это просто подпространство, порожденное подпространство. Да, Здесь не пока не умножить, алгебра а это. алгебра. Это как алгебра или просто пространство? Это просто пространство, как линейная комбинация. А, как линейная комбинация, Если... окей, да. Ладно, верю. Ну, дальше. Дальше. Мы используем символ ZP для центра Пуассона P. То есть центра P как алгебра Ли. Когда речь идет об идеалах алгебра Пуассона или их свойствах, важно различать, какая операция рассматривается. Наши соглашения заключаются в том, что термин «идеал» относительно к ассоциативным умножениям. Идеал «ли» относится к скобке «ли», а идеал Пуассона относится к обоим. Члены производной ряда идеала «ли» LVP определяется соотношением. Вот это дельта равно L и дельта N L совпадает дельта N минус 1 L дельта N минус Ну, это 1 обычный derived series. L. Кроме того, мы обозначаем через гамма L, гамма N L. Члены, убывающие центральный ряд L. В частности, гамма-2 совпадает с дельта-2, является производной под алгеброй в L. Мы говорим, что непатентный на Ли, если непатентна, как алгебра Ли. Верхней степенью ряд Ли, то что цепочка идеалов Пуассона. Вопрос, Определяется. почему вот обозначение гамма НЛ сюда не писали?
Да, вот, вот здесь написано, по-моему, у стята была, это Ну, это синтран, гамма-N, обычный, обычный, да. Обычный, да. Да. Нижний центральный ряд, который определяет импотентность. Да. Просто, просто от какой Гамма. номер начинается, поэтому здесь не видно, что гамма 2 равно дельта 1. Отсюда не видно, правильно? А гамма 3 равно гамма 2 умножить F. Объяснили патентный термин. Просто из этого слайда это не видно. Правильно? А это два капчета, да? Опять-таки, гамма n плюс Бернелина язвы. Гамма n плюс 1, l равно гамма n умножение l. Понятно, понятно. Верхний степенной ряд и это цепочка идеалов по Сунаку определяется этими соотношениями. Вот это соотношение. P1 равно P и N вот это не да. Алгебра по Сунаку называется сильно непотопный класс. Если P степень C плюс 1 равно 0 и P степень C не равно 0. Говорят, что алгебра Пуассона разрешима, если P разрешима, как алгебра Ли. В этом случае минимальный N такой, что дельта N P равно 0, называется производной длиной P. Верхний произведение ряд P определяется установкой дельта волновой P равно P. И вот это вид. Заметим, что дельта N идеал пасту на P для любого N. Алгебра Пуассона называется сильно различимой, если дельта np равно 0, для которого n. В этом случае минимальный n с таким свойством называется сильно производной длиной p. Ясно, что из сильной различимости следует различимость не обратно. В общем, говорят неверно. То есть из вот обычного разрешимости не следует, что сильный разрешимость, да? Разрешимость, да. Ну, наверное. Разрешимость. Мне кажется, нильпотентность и разрешимость все знают, да? Да. Вот он определил сильно разрешимость и сильно нильпотентность для алгебры Пуассона. Да. Вот это надо было рассказать, и все, Бахтияр, что так ты много времени тратил на этот понятие. Вот, надо вычеркнуть, вот, вот так определяется, для того, чтобы определить сильно разрешимость. Да, а да. Там в предыдущем слайде было то, что для того, чтобы определить сильно непотентность. И все. Да, да. Да. Хорошо, дальше. Мы говорим, что идеал Пуассона является нил, если все элементы в и нильпотентны, в частности называется нил ограниченность индекса, если существует натуральная частота L, такой, что x степени равно 0, для каждого x принадлежит и. Кроме того, и называется ассоциативно непотентным, если и является непотентным идеалом P, как ассоциативный алгебр. Верный предыдущий
Страница. Вот здесь, вот в первом случае определенно такой идеал, то есть нильный идеал, да? Да. То есть понятие, да, нильный идеал. А потом вы определили, значит, это разные понятия или просто это нильность? Здесь R. Просто не Linux, да? Не Linux, да, не Linux. Определение не Linux. Но для одного элемента это, Джавер? Или элемент еще не Linux, не так, как там было? А для этого? То есть если для одного элемента существует R, X, R равно 0, тогда элемент называется нильник. Если все элементы нильны, то нильботенны, тогда алгебра называется нильник. Нет, просто вот это R, определенный R. Потому что он ввел такое понятие. То есть это условие индекс нильности, да? Индекс, то есть нильность. Да, индекс нильности, типа. Молодцы. Да, дальше. Что извиня? Пусть P алгебра простора над полями F, тогда справедливо следующее утверждение. Первое утверждение. Если P сильно разрешима, то дельта 1 ассоциативный нильпотент на индекса не меньше 2 степени минус 1. Где n – старшего производная длина p. Второй случай – p темно, нильпотентна по ли тогда и только тогда, когда p нильпотентна по ли. И темно разрешима. Так это тесно. Достаточно показать для каждого натурального числа k. Дельта 1 перемножить дельта k. Вот это. Проведем по индексу. K равно 1 тривиальный. K большой 1. Для всех элементов x1, x2 перемножить дельта 1 и y1, y2 перемножить p. Вот это тоже тожество. Вот это тожество. Видишь, что дельта 1 p равно вот это где-то, вот это дельта k. Как делаем? Обычно умножить, нет? Вот это? Дальше. Необходимость ясна. Обратно предположим, что по нильпотентна по ли и сильно разрешима. Проведем индукцию по классу нильпотентности ли с группы P. Утверждение тривиальный ряд все равно 1. Предположим, что когда с большой 1, тогда алгебра Пуассона нильпотентна по ступени не выше степени 1 из нас по предположим индукции P чертой сильно нильпотентна. Следовательно, мы имеем вот это формулы для
некоторые натуральные числа R. Так как гамма, предположим, центр P, то вот это вида. Тогда мы можем предположить в том же двух, в том же духе, чтобы показать, что вот это видно. Для каждого неотрицательного числа k, целых числа k, теперь по первой части теорема мы знаем, что дельта 1 совпадает с дельта 2 ассоциативно импотентно, как гамма С принадлежит дельта 1 по формуле 2 получаем, что в степени 2k r минус 1 плюс 1 равно 0, для которого k достаточно большой. Что доказывает утверждение? Хорошо. Мне на самом деле второй час больше нравится. Вот P Strong nilpotent, так где только тогда P nilpotent, как алгебра ли и Strong ли разрешимый. Да. Сильно разрешим. Да, сильно разрешим. Лемма. Пусть P алгебра Пуассона и а и идеал ли в П. Тогда следующий стоим. Для каждого n большой 2. Большой равно 2. А в импотентности был сильный не понял, что? Пустили расчисти в ванной делу нильпатентности. Ну, а обе просто сильно нильпатентность. Просто там умножается P. P, да. Как сильно нильпатентно, да? Да. Но это не то, что это ряд для сильно нильпатентного. Просто умножается на P. А, умножается на P. Основной результат теорема. Пусть P расчисти алгебра Пуассона произведет деление E. Тогда идеал Пуассона порождается всеми элементами. Вот это элементами. Является ассоциативным нильпотентным индекса ограниченной функции от E. Пусть P алгебра Пуассона над полем нулевой характеристики. Если P разрешима, то из следующей работы теорема 8.2 следует, что Бахтиар, верни предыдущий слайд. Вот здесь индекс разрешимости здесь N, да? Да. Вот сама P. Да. А теперь берем такие виды трех элементов, да? X1, X2, X3, X4, X5. X5. Да. И рассмотрим Пуассон алгебра, натянутую на этих элементах, правильно? Да, пятый элемент. Пуассоновый идеал рассматриваем.
Фасоны идеал порожденных этим трем элементам. Это фасонский идеал, но даже это алгебра даже является фасонский идеал, да? Да, это вот. Берем три элемента и рассмотрим пластонный идеал, порожденных этих трех элементов. Идеалы шуннан хасыл бар, да, Джабраси? Да, понятно. Потом здесь вот есть, это является ассоциативной алгеброй, и индекс нильпотенции – это алгебра не больше, чем n, правильно? Не больше, чем n, да. Эта теорема вот связана вот предыдущая теорема на первой части или нет? Нет, ты неправильно сказал. Это не является ассоциативной алгеброй. Это в смысле алгебра, то есть ассоциативная нильпотентная. Да, нет, ты именно нильпотентность по только по одному умножению смотришь. Так, если рассмотрим как ассоциативная алгебра, то она нильпотентна. Да. Да. То есть там вот теорема один, не теорема один, по-моему, лемма один. Вот первый час. Там тоже там сказано. Да, вот, лемма один верни, там можно связать, конечно, да. Вот это. Вот здесь. Вот. Первый час ты имеешь в виду, да, Джабер? Да, 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 первый час именно. Здесь что говорят? П стронга сильно разрешима, тогда дельта 1 П нильпотентна как ассоциативная алгебра, индекс нильпотентности, который не больше, чем 2n минус 1. Да, где n тоже здесь. Да, здесь, индекс сильно да, разрешимости. Да, индекс сильно разрешимости, да. Нет, это более это более плохая оценка, да, это, которая 2n минус 1. Нет, здесь сравнить не так уж правильно. Сравнить сейчас. Но каким-то образом можно. Это более плохая оценка. Там вот в теореме 2, теперь теорема 3, теперь берется конкретный идеал. Да. Потому что здесь тоже это является идеал. Фасонский идеал, правильно? Да, каждый да, дельта, да. Каждый дельта является идеалом. Теперь там берется более хорошего идеала. То есть порожденный вот вида трех элементов. Конкретно, да? Да, конкретно, да. И эта оценка немножко уличается там. Так, да, говорят, что индекс нильпотентности не больше, чем n. Да. Да. Ну, честно говоря, я читал статью до этого момента. Потому что там доказательства состоят из 10 шагов. Да. Ты разобрался с доказательством? Бахтияр? Йок, доказательства кошмарен, только шаг понять. Я, Лузин Кочтима, там сам понял? Да, черт, что ты? Идеалами, немножко чистипскан, да, хамаса, пасхан, а не отекун. Понятно, не очень трудно. Кинавас, а не отекун, бит-то оспиксей, так вот. То есть понятно, да? Правильно, да, доказательство? Да, 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 а не отекун, пускай, да? Хамаса. Ну, хорошо. Чистипскан. Хорошо.
То есть основной теорема на этой статье является теорема 3, да? Да, да, основная теорема. Да, да. Теорема 3. Теорема 3. И дальше еще будет одна теорема. Одна теорема, да. Дальше. Пусть по один вопрос. Над полем нулевой характеристики, если проразрешимо, то есть теорема 8, теорема 7 следует, что дельта 1 равно нулю. Наша следующая член распространит этот результат на характеристику P. Больше 2. В этом случае мы получим более сильный непатентный. Это теорема 7.2. Какая теорема? Теорема Мисчетова. Теорема Чельдрина. Здесь нету, да, эта теорема? Нет, нет, нет. Здесь нет. Ну, надо было писать из этой статьи, надо было найти и написать здесь, какая теорема. Какая теорема? Да, из этой статьи можно было найти данную теорему. А. То есть пуассонский PI алгебра, это полиномиальная пуассонская алгебра, да? Это означает. Bahtiyar. Açtım ben. Aldım. Ha. Aldım. Так, let V be a weight of Poisson algebra as it is a custom measure of Poisson algebra. Ну, хорошо. Like to tell them? Well, that's not everything. What happened? You are calling my dad. Вот теперь видно. Рассмотрим, например, алгебра Пуассона, Грассмана же, на четномерном векторном пространстве в базис я один и другой таргали над полем нулевой характеристики, тогда же непатентна ли ступень Однако Грассмана же множит же
вот это вид, да, реальность нулевым ограниченного индекса, поскольку для любого натурального числа n элемента имеет индекс непотребности n плюс 1. Лемма. Пусть и постана идеала, алгебра постана характеристик поля, тогда для элемент, для любых элементов А плюс X и предложить им и положительный стерлинг М следующий устоянный. Доказать следствие. Пусть D, E, P, N, I. Вот это условие. Вот это тоже самое. То есть просто раскрывает скобки, да? Да, отца чупатели бы просто они это все чекатарны. Вот из этого такое длинное соотношение, они вот, следует вывод, что D принадлежит на это множество. Почему тогда вот первый верно, первый часть? Но сейчас это было сделано для два элемента, да, и, да? И, да. То есть для m равно 2 показано, да, типа? Да. Наверное, аналогично или индуктивно надо показать для любого m, наверное. Сейчас в этом записи для m равно 2 сделано. А, хаяны нумадан кетчат, да? Индуктивно. Индуктивно надо. То есть индуктивно следует, что? А, да, индуктивно можно, да. Вот для два элемента понятно, да? Понятно, да. Дальше вот говорят, если берем D из гамма m минус 1 и, тогда индуктивно следует, что это верно для любого m. Принцип тоже на один. Принцип случай, один случай. Просто вот это верно. То есть это такие виды, такие разложения, все элементы, которые лежит, yeah. Лежит гамма 1 и да, вот здесь, yeah. То есть виды yeah. Такие, yeah. Все, все такие, гамма нет, гамма вот здесь, здесь берется элемент из и, да, yeah. А гамма 0, гамма 0 и это есть и. А, да, да, да. То есть виды такие, все такие элементы содержатся здесь. То есть в каждый слагаемый, каждый член содержится здесь. Лежит здесь. Из и на самом деле это запись что означает?
Мы знаем только вот сколько Пуассана. Это А, Б умножить на С, на самом деле. В начале было, наверное. Нет, нет. А, тогда В, тогда С. Это что? А, запятая Б, запятая С, это есть А умножить на Б, потом на С. Начало вложить тебе? Да, да, начало. Левый нормированный. Да, так как левый нормированный, поэтому так обозначили. Да, да, просто они пропускали сколько, да? Да, сколько пропустит. Пропустили. То есть на самом деле здесь было еще один скобка. Да, А, Б, потом С. Ну да, здесь тоже, да. Да. Дальше. По части один для всех АБ пенальти имеем следующий. Но после части один мы получим АБ с умножением равно ВСА здесь. Мод гамма n плюс 1. Для любых элементов, трех элементов, предназначен. И здесь предназначен гамма n. И то есть якобы среди что? Пусть трех элементов предназначен идеалом. Прямое расширение дает вот это вида. Теперь результат следует из 3, 4, 5. Дальше. Лемма. Пусть П алгебра Пуассона и обозначаем через идеал Пуассона в порождение всеми элементами П, x1, x2, x5, умножить П, тогда вот все условия. Доказательство. Пусть где-то V, x1, x2, и где-то x3 и x4. Вот это обратите внимание, что это тоже. Более того, вот это тоже. Мы заключаем, что 4 детальных вектора степень 3 принадлежит им. То и требовалось. Ну, здесь 4, Z1, Z2 куб принадлежит, да? Да, да. А из этого следует, что просто Z1, Z2 куб лежит в G. Тоже оптический, да? Тоже учит простые мамы наши, где это ищет, был урал. Почему 4 Z1, Z2 куб? А бюджет тут тоже, понимаете? Я понял, отсюда это получили. Дальше можно ли вывод, можно ли сделать вывод, что просто Z1, Z2 куб лежит в G? Да, вот в лемма 5, да, формировка лемма 5. Зачем 4, да?
Да. Зачем 4? Вот элемент 4, да? Х1, Да. Х4. Дело в том, что там играет роль характеристика поля. Если там есть 1/4, тогда можно делить. Если там нет 1/4, тогда нельзя. Поэтому вот 4 оставили, они дальше рассмотрят p равно 2, p равно 3 и так далее. Понимаете? Да. Здесь для произвольной воли, да. Да, здесь произвольно. Если бы вот здесь пошел бы поле комплексности, 4 не обязательно бы. Дальше. Пусть П фасон, алгебра фасона над полем характеристики П. Если P решимый и P не равно 2, тогда P, P, P умрет P, P является нелинейным идеалом. Второй час, если P решимо и P большой равно 3, тогда P равна 0 ограниченного индекса. А третий случай, если P непатентна по I и P большой нулю, тогда P непатентна ограниченного индекса. А что значит is nil or bounded index? Вот, который я тоже задавал. Верный это слайд, я тоже... А, для любого, этого... да, для... да, все понятно, да. Все, я понял. То есть, это нильный идеал для... каждый элемент является нильный, да? Да, является нильный, да. Ниль бондит один элемент. Нет, не один элемент, один эд, который для каждого элемента подходит. Существует один эд, который для каждого элемента подходит. Здесь в первый случай тоже такое число найдется? Для первого случая? Нет, для первого случая это нильный, это означает для каждого элемента существует свой rx, который x степени rx равно 0. А здесь bounded index, это означает, существует такой R, который для любого элемента верно, чтобы x степени R равно 0. Берем максимальное. А если бы элементы конечные, берем максимальное. А если элементы бесконечные, что берем? Ну, когда элементы конечные, тогда они совпадают. Если элементы бесконечны, тогда не можем взять максимально. То есть тогда нильные могут быть не nil-bounded. Я думаю, то есть из нильность всегда следует вот бонд нильность. Нет, наоборот. Не всегда это очевидно. Наоборот. Да, как Аброр говорит, там, если у тебя конечное количество число, ты можешь выбрать максимальное. А если бесконечное, то ты не всегда можешь выбрать максимальное. Понятно. А вот в экстремальных случаях теоремы 6, например, вот в первом случае в характеристике 2
Или в третьем случае в характеристике 0 какие-то результаты есть? Или там контрпримеры? Нет, наверное, здесь. И никаких уточнений даже нету. По-моему, вот в Ремак 7 говорили они об этом. То есть для хаш. Квадрат 2, да? Да. То есть вот контрпример это. Теперь надо знать, H2 какое вида. Вот здесь написано гамильтониан пуассонской алгебры. Да, говорят, что как раз таки H2 это контрпример, да? Да. Для первого. Для первого, да. Да, для первого. Бахтер, знаешь, что такое H2 или нет? Гамильтон Постон, алгебра H2, ну, алгебра H2, ну, алгебра. Нету, да? Лекин қараш керек, да, бақтыр бұл нәрседена, чүнки примерлер. Алеге алдынғаны қадайам, тереме 7-2-ге көре, ман бұл алеге өп кетеді дейлсен, тереме 2-7-ні өзі ел. Тереме 2-7-ді, ма шо қашды вала хақырды кәпірген екен. Ана алдынғы мақаладан. А, здравствуйте. Обычно H2, вот именно вот таким жирным H2, это ж, ну, в тех статьях, которые я читал, а это связывают с гомологией, вот. Вот именно вот таким H2. Ну, наверное, тут, конечно, это не совсем в тему, но все-таки вот именно вот так пишут. Вот. Ну, вот еще тут дельта 1, это, видимо, какая-то функция действует. Вот. На дельта 1, ладно, это определи. Что такое дельта 1, это просто H2. Ну, типа вот ППП, стоишь же здесь. Это то же самое, H2 с скобками умножаем, потом опять H2 умножаем. Это понятно, но сама H2 мы не знаем. В этом случае дельта 1 равно к этому. Ну, он же определил дельта, что такое. Поэтому нет, дельта 1 это именно это, нечто именно как, это. Нечто иное, как вот этого, да? Да, вот просто именно место, это. Да, дельта 1 p, это вот этого, да? Да, да, да. Вот этого. Ну, H2 мы не знаем, что такое. Ну, ладно. Дальше что? Надо было статью Петроградского смотреть, что значит такое H2. То есть как-то странно давать ссылку, говорить H2, и вот в этой статье, а что такое, я не знаю. То есть надо открыть, да, ту статью? Да. Халиге мақолдан алыпты, 8-ші бетте берілген тұрыпты. Бар екен, ағана, аштым. Басма страница. Оның үші бас 8-ге өткен? Мана, паш еттім. Да. Адмешті бит алгебра. Паш еттім. Если вместо им будем поставлять единица, да? Да. Ну,
Да, вроде понятно, да. Лайк, что-то равно. Спасибо. Вам куда надо найти? Да, у меня. А что теперь некоторые преподаватели после наших предыдущих результатов адеропластропы называется регистрированные, если P регистрированные как ассоциативные алгебра. То есть P не подлежит нулевых непатентных элементов. По теорема. Не, что-то я не понял, а что такое редуцит алгебра? Ну, то, что свободная алгебра, это, ну, понятно, что такое свободная алгебра. А что такое свободная от ненулевых непатентных элементов, это как? Здесь нет непатент элемент, кроме нуля, да? Да, непонятно, что значит if p is reduced as an associative algebra. Это значит, да, нет нулевых непатентных элементов. Как ассоциативная алгебра, у нее непатентные элементы нет, да? Ну вот как раз нет. Если ты вспомнишь редуцит полиномы, то там вот, например, от одной порождающей, да? Это Да. Вот у тебя есть нуль филифорная ассоциативная алгебра твоя. Что у тебя x порождающая, и x в n-той степени будет давать 0. Вот. И тут, судя по всему, суть в том, что у тебя алгебра Пуассона на порождающих, на каких-то, да? Да. Но при этом каждый порождающий – это ниль-элемент в ассоциативном смысле. Понял? То есть каждый порождающий в какой-то степени, в ассоциативной степени, будет давать ноль. Тогда что? Is free of non-zero important element. Ну, она как бы свободная алгебра, но есть дополнительные соотношения на порождающие. Ну, я free понял не как просто свободная алгебра, просто нету как non-zero important элементов. Ну, я не знаю, что такое свободное от нильпатентных. Тогда бы написали without. А, ну вот, Фарух, что, микрофон отключили у тебя? Да, написал он. Question algebra is reduced if it is reduced as an associative algebra, meaning that p is
Но надзорный импотент элемент. Вот он говорит же. Но надзорный импотент элемент. Но надзорный импотент элемент. Нет, нет, Фарух, ты живой? Фарух. Микрофона нету, что ли, у него? Сломали микрофон. Да, говори, зуроты. Фарух, ты сам изобрел это определение, или ты его где-то взял? Ну ладно, если в интернете взял, может попробовать поверить. Либо он сидит в собрании, он не мог говорить. Ну, важный человек на собрание ходит. Да, только ты у нас этот свободный человек. Ну я, да, благо никаких собраний. Ну дальше. Тут приведение алгебра, видите, просто алгебра над полимер, тогда следующее утверждение. Непотребно по Ли, тогда и только тогда, когда по Абелеву. Сильно различимо, тогда и только тогда, когда по Абелеву. Если F имеет характеристику, отличную от 2, тогда P различимо, тогда и только тогда, когда по Абелеву. Вот, нет. Если бы... Верни предыдущий. А вот Абелева, это что значит? Произведение нулевое? Скобка так. Типа нулевая? Так, скобка нулевая. А точка может быть не нулевая? Да, точка есть, может не нулевая, тогда... верно определено от Фаруха, который написал. Ну, тогда непонятно, в чем суть-то редусит. То есть как-то, ну, редусит это какие? Урезанные, да? Как это вообще связано с нильпотентными элементами? Не понял. Что? Какой вопрос, Иван? Ну, почему именно редусит называется? Тут как-то нелогичное название для такого определения Фаруха. Не знаю. Может, типа, как какой-то, типа, нельзя их сложить, там, какую-то прямую сумму, да? Или что? Поэтому... Ну, типа аналог простых. Да, понятно. Определение Фаруха правильно, кажется, да.
Относительно алгебра ли? Относительно алгебра ли абелевые? П скобка П равно нулю. П скобка П равно нулю, да? Да. Если бы П скобка П отлично от нуля был бы, тогда вот по предыдущей теореме П должно быть нильный. Угу. А у него же нет уже нильпотентных элементов. То есть нильный не бывает же. Поэтому есть... П равно нулю и все. Поэтому П абелевый. То есть П скобка П равно нулю, да? Угу. Все. То есть на все случаи П является абелевой, да? Да, П является абелевой, как алгебра Ли. Как алгебра Ли. Дальше? Дальше что, да? Пусть эта алгебра Ли M над полем R и обозначаем через SL его симметричную алгебру, которую мы identity с кольцом многочленом R, где x1, x2 и так далее является F палица L над F. Сколько ли алгебра алгебры L однозначно порождается до скобка Фостона алгебра S. Так что это компьютерная алгебра становится алгеброй Фостона, называется симметричной алгебры Фостона R. Тожество Ли, SL Ли, следование мантуры Алиса Ми, в работе один. В частности, обобщаются результаты Шестаков, авторы доказали нижней теоремы. Вот это теорема. Пусть L алгебра Ли над полем F и S ее симметричная алгебра Фостона, следующие условия эквивалентны. L алгебра, SL чинно нульпатентно поли, SL нульпатентно поли, SL чинно различима, если разрешима. Вот характеристика не равна 2. У Шестакова какой результат был, который обобщает? Ну вот ту статью Аброр изучал. Что было там? Ну, ладно, в общем, Бахтиер понял, какие проблемы, да? Если статью какую-то цитируешь, то надо понимать, почему ты ее цитируешь, а не просто
написать вот Шестаков, статья такая-то, обобщает, ну, если говорить, что обобщают теорему, то надо знать оригинальную теорему, да? Если ссылаешься вот на статью Петроградского, то надо знать, что это за алгебра H2, да? То есть, если какая-то статья упоминается в докладе, то ее тоже надо открывать. Если какая-то алгебра упоминается, ее надо знать определение. Вот. То не все же вот... То есть, ты-то хоть читал оригинальную статью, да? Кстати, довольно забавно, когда ты говоришь всегда наши результаты, там, наш план, как будто ты написал статью вместе с этим Хамидом. Надо вот этот момент тоже на будущее изменить. Ну, вообще, конечно, доклад намного лучше, чем про алгебру Новикова-Пуассона был в последний раз. Так что вот прямо на лицо прогресс у человека. Все можем порадоваться. Ну, вот вопрос, как вот построится симметричная алгебра Пуассона для произвольной L? Ну, это мы несколько раз уже обсуждали. Пересмотри видео записанное. Кто-нибудь помнит, как строится симметричная алгебра Пуассона по конкретной алгебре L? Да, это если мы рассматриваем алгебру L, когда порождающий x1, x2, x3, да, какой-то, тогда мы построим Пуассон алгебру, это Пуассон сколько, это остается обычное умножение алгебры L, и мы поставляем этот полиномиальное умножение x1, x2, x3 порождающий. Ассоциативное умножение. И тогда то есть здесь определяется новое умножение, которое это вот над это полиномы над определяется ассоциативное умножение, да? Да, да. Пуассон сколько это остается типа умножения алгебры? Да, то есть Пуассон сколько это исходное умножение, которое дано ли, да? Да. И определяется здесь? Это полиномиальное умножение, обычное умножение, А дальше? И дальше это именно это алгебра. Симметрик Пуассон. Дальше факторизовать по этому тождество, этот тождество Лейбница или нет? Почему тождество Лейбница выполняется? То есть у нас же тождество есть, которое связывает скобка и обычное умножение. Это выполняется или нет? Которое additional identity, да? Да. Сейчас. Ну, в смысле, Аброр не помнит, как строится, или просто спрашивает, я не понял. Да, я еле вспомнил, который я докладывал по это понятие. Вот видишь, ты тоже докладывал. Да-да-да, моя доклад была, это понятие. Ну, я просто спрашиваю от Пабуля, там надо факторизовать, наверное? Нет, в смысле, ты не помнишь? Нет. Ну смотри, там делается так. Ты берешь алгебру Ли, да? Да. Фиксируем какой-то ее базис.
Да. Да? Это базис какой? Типа Е1, Е2, Е3, Е5, там, Е6, да? Зафиксировали. Теперь вот эти элементы берем и на них строим кольцо полиномов, как на порождающих. То есть вводим новое умножение, точку. У тебя появляются какие элементы? Типа там Е1 умножить на Е2, точка. Е1, точка Е1. Там Е1, точка Е2, точка Е3, точка Е4. Вот все возможные такие полиномы берем, да? Да. Вот. Значит, теперь на этом, ну, это получилось ассоциативно-коммутативная алгебра относительно точки. И теперь определяем на этом векторном пространстве новое умножение таким образом, чтобы оно так сказать, в урезанном виде на этих порождающих на Е совпадало с умножением алгебры Ли. То есть вот квадратная скобка будет новое умножение, фигурная скобка старое умножение от алгебры Ли. Так вот, квадратная скобка на Е, на Е там Ежи там равно фигурной скобке на Е там на Ежи там, да? Теперь надо определить квадратную скобку на полиноме от Е, умноженном на Да, полиномы от именно вот Е. это я спрашиваю. И тут по правилу Лейбница ты раскрываешь. Раскрываем просто, да. Да, просто раскрываешь по правилу Лейбница. И в Да. итоге получается только квадратная скобка от Е и другого Е, без точек внутри квадратной Да. скобки. И это совпадает с фигурной скобкой. Вот так. Все вспомнили? Да. Как видите, очень важная конструкция, которая очень часто возникает. Можете на Да. бумажке написать и на стене приклеить, чтобы всегда была на глазах. Так, ну что, какие еще комментарии, вопросы, сомнения? Вот, например, Хасият что-то молчала весь доклад. Хасият. Включила Zoom и ушла куда-то своими делами заниматься. А мы-то думаем, она с нами. Павел Мизафар, здесь Зафар? Доброе. А, он живой Зафар. Жафар живой, да? Ну, Андрей в автобусе, он, наверное, живой. Да, он автобус зовут. Все видео посмотрели, как человек с такой тягой к знаниям, даже вот из автобуса на семинар приходит.